Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в городе-курорте Анапа, поселок Витязево. Обзор частного сектора. Здесь есть эко-дом с большими просторными номерами и стандарты. Сейчас вы все это увидите. Ну, а также бассейн. Заявляется, что 900 метров до моря. На адрес улица Толстого, 31. Потом пляж «Жемчужина России», полетаем. Тишина и спокойствие и уют ждут отдыхающих тут. Есть парковочка по фасаду. Входим, друзья. Территория свободная, есть вот такая вот большая беседочка, мангальная зона, розы высажены, бассейнчик работает с фильтрацией. Можете охладиться, либо детей своих искупать. Он довольно-таки глубокий, то есть мне почти по плечи. Место для курения, тоже беседочка, пришли, посидели. Возле бассейна есть лежаки, на которых можно позагорать. Поставили себе сюда и можно на море не ходить, как многие и делают, приезжая к нам на отдых. Очень хорошая зона для отдыха, на которой можете приготовить себе покушать и посидеть, провести вечерок, либо скоротать денек жаркий, потому что она в тени находится. Кухня, микроволновая печь, чайник, газовая плита, есть холодильники. То есть все, что вам только может понадобиться для удобства вашего ведения быта. То есть приготовили, вышли, поели, пошли к себе в номер отдыхать. Есть беседочка, где посушить вещи. И вот так вот выглядят лежачки. Скоро-скоро, друзья, будет уже виноград во всю. Можно здесь поесть. Осталось чуть-чуть. Посмотрите, какие чудесные грозди. Начинаем обзор с основного корпуса. Здесь всего лишь несколько номеров, а вообще в принципе во всем гостевом доме их всего лишь 10. С правой стороны есть двухместный, но мы его не сможем посмотреть, так как в нем уже проживают люди. Смотрим трехместный номер. Одна двухспальная, одна спальная кровать, столик на колесиках, телевизор, небольшой комод с зеркалом, сплит-система. Номер довольно-таки просторный, места хватит всем. Туалет здесь выглядит вот в таком формате. Раковина, унитаз, душевая. Стоимость проживания в этом номере 2100 рублей. Сегодня у нас на календаре 17.07, пик сезона, друзья. Двухместный номер, который сейчас занят, стоит 1600 рублей. Номер третий смотрим. Это размещение для четверых человек. У нас здесь одна двухспальная, две односпальные кровати. Есть столик под телевизор, холодильник, сплит-система. Номер тоже довольно-таки большой. Есть место, куда повесить вещи и шкаф. Выглядит вот так. Санузел. Такой же, как и в прошлом номере. Раковина, зеркало, туалет. Есть душевой поддон. Во всех номерах есть тазики. И стоимость проживания в этом номере 2800 рублей на четверых. Это номер 4. Можете увидеть, здесь немножко другое оформление, но расположение, в принципе, такое же. Двухспальная кровать и две односпальных. Прикроватная тумбочка, сплит-система, телевизор и столик на колесах. Номер довольно просторный. Место, куда повесить ваши вещи и шкаф для хранения ваших вещей, выглядит вот так. Санузел, раковина, зеркало, туалет, душевой поддон. Во всех номерах есть тазики. Стоимость этого номера также 2800 рублей. Еще один свободный номер. Это номер тоже на четверых. Он, наверное, самый просторный из всех, которых мы посмотрели. Одна двухспальная, односпальная и еще одна односпальная кровать. Есть прикроватная тумбочка, холодильник, еще одна тумбочка, сплит-система и телевизор. Есть куда повесить ваши вещи и шкаф для хранения вещей. Дополнительные пледы, раковина, зеркало, унитаз и поддон. Стоимость этого номера также 2800 рублей на четверых человек. С вами посмотрим эко-домик. В нем всего лишь 4 номера. 3 двухкомнатных и 1 трехместный. Сразу в нос бросается запах дерева. Это очень вкусно. И первый номер от 4 до 5 человек. Двухкомнатный. На входе у нас 2 кровати. Одна двухспальная, односпальная. Есть холодильник, телевизор. Также есть место для хранения, тумбочка, куда повесить ваши вещи. Смотрим вторую. Здесь двухспальная кровать, две тумбочки и еще одно место для хранения. Также сплит-система. Санузел. Выглядит он вот так вот. Раковина, зеркало, туалет и душевая зона. Первый шкаф выглядит вот так. Второй шкаф выглядит вот так. Если вы приедете сюда проживать вчетвером, то стоимость будет 3200. Если у вас будет 5 человек, то 3500 рублей. Смотрим зеркальный номер. Также расположены кровати, двухспальная, односпальная, холодильник, телевизор, место для хранения, чтобы повесить ваши вещи, тумбочка прикроватная. Заходим во вторую комнату, здесь также две тумбочки и двухспальная кровать со шкафом и душевая, туалет, раковина, место, где помыться, шкаф первый и шкаф второй.
аромат дерева, конечно, ни с чем не сравнится. В таких номерах хотелось бы отдыхать, почувствовать себя где-то на природе, даже во время того, как ты спишь. Стоимость точно такая. На четверых это будет 3200, на пятерых 3500. Третий номер. Здесь номер с размещением на троих. Двухспальная, односпальная кровать, прикроватная тумбочка, холодильник, телевизор, сплит-система, комод с зеркалом. Душевая зона. Это туалет, раковина и душевая. На троих в этом номере можно проживать за 2400 рублей. Здесь есть еще один двухкомнатный номер, но он сейчас занят. Какое размещение в этом гостевом доме. Очень мало номеров. Я думаю, что вам здесь будет вполне себе комфортно. Потому что часто пишут, ой, как много людей там проживает. Территория больше, чем занимают номера. Есть бассейн, мангальная зона, зона большущая для отдыха. Виноградик произрастает. Осталось нам сходить до моря, как оно там, и показать вам пляж, на который вы будете ходить купаться. И рассказать про инфраструктуру. Кстати, здесь всего лишь один квартал. Вы можете уехать на Тартугу. Пляж на маршрутке за 40 рублей с человека. Это как вариант замены тому, чтобы ходить пешком. Ну, а пешком здесь, в принципе, недалеко. Также ногомойка. 2GIS у нас заявляет 14 минут прогуляться. Хозяйка говорит от 12 до 15. Примерно все ходят. Мы поворачиваем, выходя из гостевого дома направо, идем до следующего перекрестка. Мы дошли до перекрестка. Там прямо чуть-чуть осталось и будет маршрутка на Тартугу. Поворачиваем здесь налево. Кстати, тут очень много разнообразных фруктовых деревьев. Это, допустим, каштан произрастает с этой стороны. Вишенка. Можно. Здрасте. Юрий. Да. Добрый день. Как вам отдыхается здесь? Сегодня смотрели. Да, отлично. До моря сколько ходите? 15 минут, но мы ездим. Ага. А, вы сейчас на маршруточку и поехали? Не, мы сейчас в другую сторону просто, блядь. Понял. Все нравится? Да, отлично, мы тут с 2006 года. А с какого города? Ярославль. Машите ручки, скажите Ярославлю привет. От души вам хорошо отдыха, ребят. Здесь, смотрите, слива растет, ребята. Здесь тутовник. Вот это яблоня. Тут уже созревают плоды. Изучите все фрукты, которые у нас на юге здесь произрастают. Ну и людей сегодня побольше двигается на пляж. С левой стороны можете увидеть здесь кафе. Сделать узбекскую кухню. Разнообразные чебуреки, вкусняшки, шашлык. Все по 50 предлагают. Рядом с вашим домом фрукты, овощи продают. Здесь жалко все без цен, но в принципе все фрукты есть. Прикупить можно. С правой стороны столовая есть. Тоже отзывы хорошие. И вам приятного аппетита, если вдруг здесь будете кушать. Кстати, пишите, ели, не ели. Если ели, то как вам? Для комфортного проживания все. От шашлыков до столовых фруктов, овощей. Никуда особо ходить не надо. Если надо, вот в ту сторону магазин «Пятерочка» большой есть. Ну, магазины будут попытаться и по пути. Здесь небольшое озерцо. И сейчас мимо ЖК «Солнечный» будем спускаться вниз. Тут хорошо в это время по тенечку пройти. Идешь такой себе хорошо, холодок. Эх, красота. Кстати, спасибо за подарочек. Прикольно смотрится кепочка. Это персик, дорогие друзья. Тоже очень много плодов. Везде подписчики. Так приятно, на самом деле. Спасибо, что вы к нам приезжаете. А еще больше спасибо, что смотрите нас. От души, ребят, спасибо. Кстати, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Вчера была там трансляция вечером. Были в Хинкальной. Вас было крайне мало. Юрий Азаровский находите. Она официально с галочкой. Так что будем рады вас видеть. Чем хорош этот проход? Не надо ходить по дорогам общего пользования. Мы здесь пойдем через подземный пешеходный переход. И не надо рисковать своей жизнью, потому что летом у нас, конечно, ездят здесь все прям печальненько. Спустились, поднялись, есть пандус. Попить напиточки, ребята, фрукты, овощи продаются. Тоже арбузики, кукуруз горячий. И детский парк аттракционов тут есть. Также кофе можно взять. То есть, друзья мои, здесь очень хорошо вам будет отдыхать, потому что вся инфраструктура, нужная для полноценного отдыха, тут есть. Выставка фруктов, овощей тоже без цен. Здесь находится фонтан передачи «Дель Сол». Очень тоже симпатичное место. Вечером он с подсветкой. Там по пути рыбы продаются. Разнообразные закуски к пивасу. Прям очень много. Ну и само пенное на розлив тоже есть. Там также остался контактный зоопарк, питьевой бювет. В общем, друзья, очень много всего разного. Мы уже вышли к площади перед Жемчужной России. Тут, кстати, такой интересный захват муниципальной территории. Это была парковка, поставили шлагбаум, ничего не работает. Самое интересное, когда к ним заезд идет, они даже свои машины сюда не пускают. Они все вот тут, вот как вы сейчас видите, перекрывают дороги. И здесь у нас организовывается просто бешеная пробка. Приехать сюда можно на 128 маршрутке, либо на 114. Из города, либо из Витязева. Они здесь обе проходят. Остановка называется «Жемчужная Россия». Давайте. Привет. Привет, мама.
Вам хорошего отдыха, ребята. Спасибо. Город какой? Москва. Москва. Рады вас видеть. Спасибо, что у нас. От души, ребят. Аптека, мороженые коктейли, супермаркет. Также разнообразные вкусняшки. Вате привет передаем. Смотрите, даже поставили детский уголок. Шаурму, ребята, делают. Ну, и столовая. Давайте по ценам смотрим. Не меняются. Как были с начала лета, по-моему, так и остались. Если что-то изменилось, напишите мне об этом, будет интересно. Хотите прочитать, поставьте на паузу, все увидите. Стол вам, пожалуйста, очередь стоит. У моей точки любимой, просто у них тут ценники стоят, уже целая очередь выстроила. Че почем? Черешня 280, проба 5 рублей, халявы нет, огонь. 100 рублей килограмм, 120 рублей килограмм, яблочки 100 рублей, это черешенька 70 рублей. Виноград отдельно, 150 слива. Персик домашний, белый 180, 350 килограмм инжира, 200 рублей черный виноград, вишня 200 рублей, 150 килограмм, это нектарин мелкий и 180 крупный, и 180 килограмм абрикос армянский, огурцы по 70 рублей, и есть огурцы вот по 120. Помидоры вот эти 100, а вот те 120 рублей. Сколько людей? Сейчас время у нас, друзья, 10:39. Как раз таки кто-то идет на пляж. Неразумные люди, почему говорю? Потому что ультрафиолет, это не вредно для кожи. А кто-то уже двигается из пляжа. Людей довольно-таки большое количество. Это классно. Самое главное место здесь, запомните, есть туалет с правой стороны. Здесь он стоит 25 рублей. Куры, гриль, выпечка разнообразная. Вот такие пирожки. Красота. Беляши, чебуреки по 100 рублей, такая пицца пепперони за 150, тамса за соточку, хачапури с сыром 100 рублей. Свинина 100 рублей, баранина 200, для кебаб 90, семга 300 рублей за 100 грамм, филе куриное 100 грамм 80, крылышки 80, грибы 80, овощи 50. Видите, вкусности как выглядят. На момент записи видео у нас 249 694 подписчика. Время сейчас 10:42. Друзья, попросите своих друзей, товарищей подписаться. Нам осталось 306 подписчиков, чтобы нас стало 250 тысяч. Это действительно будет клевый праздник. И сегодня мы, наверное, признакомим праздничный плов. В честь этого события соберемся с Анатолием, с семьями и посидим вместе с вами. Это на самом деле очень круто. Мы этого очень долго ждали. Хотел еще, кстати, рассказать о том, что большие каналы, некоторые пишут на меня огромное количество жалоб. У меня сейчас практически на каждое видео приходят ограничения. Ну, в принципе, на них все равно, но вчера меня забанили. То есть, поставили ограничение на неделю, запрет на выкладку видео. Я его спорил, потому что я хорошо знаю правила YouTube, и мне это ограничение сняли. Поэтому, ребят, добавляйте ВКонтакте на всякий случай, если вдруг все-таки у них удастся меня забанить. Не понимаю, зачем они это делают. Обидно, что ли, что мой канал столько набирает. Непонятно, конечно, мне это все. Мы тем временем дошли до моря. Здесь можете увидеть, что столовая полная, ценники поубирали, выпечка разнообразная, ребята здесь предлагают виды шашлыка все по 65, и очередь за напитками прям огромная стоит, все хотят пить, кукуруза по 60, большое количество людей, которые уже уходят в пляж. На дюнах отлетали, сейчас посмотрите, какая красота у нас здесь происходит, ребята фотографируются, и мы сейчас с вами двинемся на пляж посмотреть, что там происходит. Смотрите, сразу правая сторона, огромная территория, свободная от заборов и для вашего загара. Здесь, конечно, людей будет побольше. Температура здесь 34,5. Так, песок я замерил, 55 градусов. Теперь, если вдруг горячо, вот так закипаю. На самом деле, как говорил Ашот, жара тоже в голове. Здесь находится за 300 рублей детская площадка. Говорят, что посещение только с родителями. Можно сидеть там весь день, что ли. Здесь есть бар, где прохладительные напитки продаются. Лежачки в аренду сдаются, услуги массажа. Смотри, вот этот лежак там 200 рублей стоит. Если здесь под навесом мы ложимся, 150 лежак и 250 теневая секция. Если просто лежак, 150. Это все цены за полдня. Здравствуйте, как вас зовут? Роман. Дмитрий. Алина. Откуда? Скопин, Рязанская область. Как вам на этом пляже отдыхается? Ну, первый день нормально. Водичка, чистое море, как? Ну, да, не все. Много. О, сейчас посмотрим. Приветы. Привет, Скопину, Рязани. Всем привет, кто смотрит, приезжайте, отдыхайте. От души, ребят, спасибо. Пляжики оборудованы мусорками, есть спасательный пост, желтый флаг у нас висит. Девушки вот с такими полосочками загорают. В общем, на пляже прям очень хорошо. Но места, честно, много. В этом году все теневые секции отодвинуты дальше. И здесь можно отдыхать прям, как говорится, в удовольствие. И никто особо мешать не будет. Если хотите более свободный пляж, как я и сказал, отходите влево, и там все
прям по-другому. Еще больше места. Здесь мы подошли к морю и можем увидеть, насколько оно прозрачное. О, парень лягушку нашел. Смотрите, если она с такими рожками, их лучше не трогайте, чтобы не получить ожоги. Температура воздуха у моря 32,4. Я думаю, самое интересное, это, конечно, сейчас будет узнать, какая температура водички. Загадали температуру водички. Я вас всех еще раз приветствую. В городе курорте Анапа, поселок Витязева, на пляже Жемчужина. Огромное количество людей выбрали эти места для отдыха. Ну и они и прогадали. Температура воздуха 32 и выше. Температура песка вы видели. Вдруг, если замерзнете, идите погрейтесь. Температура водички 25,9. Показано 26 градусов, друзья. Это смело. Это просто окей. Всем хорошего отдыха. Приезжайте. Номера телефонов напрямую. Отдыхайте. И пускай в вашем 2022 году у вас будет самый лучший отдых в городе курорте Анапа. Ну и в любых других местах. С вами был Юрий Азаровский. Подписывайтесь. Сегодня будем брать 250 тысяч нас всех вместе. Таких красивых и классных вас у меня на канале. От души вам всем за помощь. Предлагайте вступить на наши ряды вашим друзьям. Мы будем всем абсолютно рады.